парке «Маяк» состоялся героико-патриотический квест «Зорница». В нем приняли участие около 20 человек. Разделившись на команды, участники «Нестарейки», «Солнышко» и «Морского бриза» — именно такие названия придумали находчивые горожане — получили карты с заданиями и отправились по станциям. Им предстояло пройти полосу испытаний, помочь раненому бойцу отряда и обработать раны в санчасти, расшифровать донесения, перехваченные у врагов, а также разминировать целый участок. Отдыхающие в парке «Маяк» с интересом наблюдали за всем происходящим. Заинтересованность по максимуму. У нас горожане очень любят. Тем более стоит замечательная погода, и лето, и осень, и здесь в парке постоянно многолюдно. И любое проявление, любая активность, любое какое-то интересное действие, оно привлекает внимание огромного количества людей. Организатором мероприятия выступили специалисты централизованной библиотечной системы Магадана. По итогам квеста «Зорница» победила, как полагается, дружба. Все участники получили подарочные сертификаты и заряд отличного настроения.